Сейчас опять жду свою дочку. Люди вот едут в отпуск, собираются. У нас сейчас выходные. А мы едем закупки делать. Потому что 2 дня будут закрыты магазины. Сейчас я приготовлю машину, чтобы место было. Так, Выходит моя дочка уже, красавица. Видите, какая стройненькая. Привет. Привет. Наконец-то нашего садика. Коза собака шла. Она так, я думаю, что она так смотрит. Да, она так прямо сразу сумку. Все смотрит, ну. Вот эта, которая меня все время фертит. Я снимаю. Так, мы едем уже. Дочку забрала. Сейчас едем уже в магазины. У нас 2 дня будет. Тродельмаркт — это как базар секонд-хенд. Похоже на Елены. Не, у нее вот. У нее Айко. Нет, у нее другая, у нее Kia. А, Kia. Я такую смотрела. Мне вот это нравится. Когда я хотела свою машину купить. И как? 7000. 8-6 лет ей было. Угу. Было это дорого. Она, ну, тоже, да, была автомат. Что это так? Очень новую. Это же почистила, почистила. Такая новая стоит где-то 15. Офигеть. А чего? Она же такая маленькая. Хорошо, да. Поедем в какой магазин? В Лидл? Я не знаю, куда хочешь, но мне в принципе можем в Лидл или Бальбо. Вчера я хотела на Хиндебюргер штрассе припарковаться, и там уже Ордунг сам 2 машины нагнали. Они всем говорили, что это, что там не становиться, не парковаться. И везде шильды, что 4 числа там перекрыто. Блядь. Опять я забыла, как ехать. Да ничего страшного. Надо сразу от тебя вот так. Ты видео делаешь, ну, дольше. Каждый раз. Хочу себе на балкон розы купить. Я тоже. Я хочу какой-то большой цветок. Я вчера спрашивала. Сегодня март. Знакомую, и она говорит, надо пойти в этот гарден-центр и спросить, чтобы они были флигеля, чтобы немного флигеля. Угу. И там купить. А там это, знаешь, где Альди и вот этот гарден-центр там какой-то есть. Да. Ну, и она говорит, надо туда поехать. Даже я так смогу к Лидлу подъехать? Да. По какой дороге? Туда дальше надо ехать, не это, ну дальше, короче. Вот здесь? Нет, Герада Ауза теперь. Там же сейчас вот это будет Нета, а потом ты дальше приезжаешь. Сейчас разберемся, как ехать. Вон классная приехала.
Дженезис. Это такая какая-то блогерша с Америки. У нее такой Дженезис. Что ей подарил американский муж ее. Я не знала, что такое Дженезис. Вот эта блондинка. Все спорили, какую он ей машину подарил. Угу. Это что был Дженезис. Они говорили, сидеть. Тесла какая-то. Как-то сиденье неудобно. Ну, назад хочется, чтобы было, знаешь. Комфорт здесь. Да, да. Как его сделать назад? А не, вот, вот эта штука. Ну ладно, может она не делает. Я привыкла просто. Ладно, не важно, это спина будет ровно. Сегодня будет гроза Гевита. И всю неделю будет дождь. Вот это. Да, да, да. Жалко. Это у меня такой отпуск. А у тебя сейчас отпуск, что ты мне не сказала? Я бы тебе загрузила тебя. Я знаю, поэтому я не говорю. Я так и думала. Поэтому я ничего не говорю. Так, подожди, где мне поворачивать? Здесь? Сейчас здесь, да. Там можно впереди. Тихо, тихо. Здесь. Лучше здесь. Главное не проехать свой Аусфар. А сколько Мерседес стоит маленький? Сейчас проехать. А что, есть маленький Мерседес? Ну такой вот, ну да, такой, тоже был маленький вначале. Только то, поновее, которое. Я не знаю. Наверное, это же 20 стоит. Сейчас поднялись цены на машину. Да? Какой-то кошмар это. Сейчас даже самая такая простая стоит там 12-15 тысяч. Самая такая маленькая. Короче, будем жить как в Украине. Сейчас уже всех перевели на бусы, уже эти тикеты да, всем да, раздали. Всем тикет раз... И сейчас вот они борются сильно за это. Угу. Сейчас у всех за этот клима? Тикет дома я увидела. И себе я купила, и у всех он там... Все понакупали этот 9 евро тикет. Потому что Ganz Deutschland. Да. Я говорю, ой, я теперь, значит... Так, подожди, что-то я не могу это... Поеду в отпуск. Припарковаться. Что-то я сильно сложные виражи делаю. Нет, не перекулась. Ну ладно. А то сейчас скажут, что там это от нас. Ну поэтому я близко не хочу. Так, приехали в Лидл. Сейчас пойдем что-то посмотрим. Какие туфельки здесь. Вот наши покупочки мы уже купили. Моя дочка купила подушку такую за 12,90. Она как-то увеличивается. Можно она больше, очень удобна. Можно меньше. Да? Класс. Угу. Я даже не знала. Выше и... Ну, угу. Класс. Что еще, Кристина? Молоко такое хорошее. Натуральное. Молоко. Органик. Альпенмильч. Угу. Салатик, руккола, итальянский, шампиньоны, фаршик, фарш дорогой, да? Хороший, да. 5 евро. Риндер, как это называется? Говяжий фарш. Шоколадка. Шоколадка это очень хорошая. Там 56%. Да. Какао. Макс? Угу. Уехал. Ну что? Подожди. Соляни. Аоста моя любимая. Ага, класс. Я так люблю. Арбуз. Арбуз купили. Яблочки. Багет. Багет. Рустикаль. Багет. И огурчики. Огурцы и эти, редиску. Угу. Ну и томатный.
пасту. Да, да. Класс. Ну и этот био лимон. Цитрон. Да. Лимончик. Его можно тереть шкурку этих био. Ну да, его можно тереть и делать себе такой напиток там. Да, да. Или с чаем. Класс. Хорошие покупочки. Все складывается. Следующий. Теперь я салат такой купила. Это трехцветный салат. Тоже багет. Потом эту малину. Огурчик. Хлеб. Это персики? Да. Персики. Ну да. Персики. Это видно, потому что они гладкие. Тостброд, перчик сладкий. Лимончики такие. Ну, это обычный хлебушек такой с зернами. Сейчас дальше буду влаживать. Так, такого молодого цыпленка я купила. Он мне напоминает цыпленка табака. Он уже маринованный. Но надо еще чесночок добавить к нему. Рыбка такая. Это форель. Уже тоже со специями, с травкой, с мяском, с помидорками. В такой тарелочке в духовку ее ставите и запекаете. Уже не надо ничего. Картошечку к ней можно еще приготовить. Помидорки, лучок, подсолнечное масло. Правда, дорого. 4 евро бутылка. Даже оливковое сейчас дешевле стоит, чем подсолнечное масло. Ну что делать? Оно мне лучше всего, ну, лучше для салата, там, для всего. Тесто такое купила. Это можно там яблочки делать, тесте, все, что хотите. Лучок такой молодой. Гноки такие, итальянское такое блюдо. Масло сливочное 2,20. Йогурты. Черешенки купила. Черешня, правда, дорого, но я взяла так 100 грамм. 9,90 килограмм. Шпинат такой вот за посейл, за рубль. Сметанку. Рыбку такую тоже вон в боте. Я не знаю, как она. Кабеляу за 2,60. И такой кекс. Я даже не знала, что он дешевле. За 64 цента. Редисочку. Редиска такая красивая. Так вроде все. Мои дорогие. Едем сейчас отвозить свои закупочки. Ты мне так прям в лицо. Ну не говори, я же. Ну давай чуть подальше. Ну как? Нормально. Мы это все записываем. Говори. Ты сейчас это все вырежешь. Мы сейчас едем уже свои закупки отвозить домой, мои дорогие. Желаем вам хороших выходных. Хорошо отдыхайте и наслаждайтесь жизнью. Жизнь прекрасна и удивительна. Пока. Все, едем сейчас. У нас такая непонятная погода. Вроде тепло, но... Поедем на шопинг. Поедем на шопинг, значит. В такую погоду. Солнца нет, но я одеваю очки. Так, здесь свет. Что там много этих? Заняли дорогу, я не могу это. Там почтовый вагон. Я тут не люблю, я люблю там. Там много людей ходит. Ну так что? А там много машин. Приехал почтовый этот вагон и перекрыл нам всю дорогу. Сейчас этот еще пусть закурковаться. Мы будем долго ждать. Да, успокойся. Расскажи что-нибудь. Ну как ты украсишь свои волосы?
это красиво. Ты делаешь оттенок тоже? Да. Я же тебе рассказывала, я передержала и была сиреневая. А, ну сейчас, ну а как же ты смыла? Потом просто помыла голову. Он высох и стал чуть светлее. Mm-hmm. Я как-то застояла и мой шар ехал. Свадебная машина. Вчера свадьбу видела. Да. Сейчас много свадеб, потому что сейчас все женят. В пятницу все женятся. Да? Мне сегодня же суббота уже. Или нет? Ну, сегодня женятся, но мало. Вчера вот была классная свадьба. Да. Была идеальная погода. Я говорю, вот это классно. Знаешь, почему сейчас только много свадеб? Потому что вот эти два года... в эти корона сайтом никого не расписывали. И все ждали вот эти два года, кто хотел бы жениться. И сейчас они все женятся в одно время. Я как-то вышла туда на площадь, и одна свадьба за другой. Три свадьбы я видела за 10 минут. И они именно там распределяют, в пятницу нет базара, они... делают свадьбу, а сейчас там базарчик же. И уже как бы меньше там свадеб. В основном в пятницу. Да. Ну классно, была вчера прям идеальная погода. И ну такой день, как бы. Слушай, где моя сумка? Ты что, драма на детском сиденье? Ты меня испугала. Точно? Я все время вот так что-то. Вообще, ты меня... Я вот так все время что-то забываю и вот это шума. Вот дергаюсь потом. Ну ты меня испугала. Ужас какой-то. Ну, говоришь. Да, я не знаю, что говорить. Мотоциклисты. Мне надо новую сумку купить. Мне тоже. На лето. Ну, тут же ничего нету. Светлую пыль. Да, светлую. Это уже такая убитая. Стали на дороге прям вот. Ничего себе, что тут? Отвалите, ребята. Такси. Еще и в маске. Стали посреди дороги и вообще устроили себе пати. Пойдем куда-то еще? Не знаю. Надо вначале отвезти продукты. Потом зазвонимся. Да. Хорошо. Дочку привезли уже. Счастливо, ребята.